Кинокомпания «Туту Филмс» представляет фильм «Богатство и бедность». В ролях Джитендра, Рекха, Риши Капур, Нилам, Радж Бабар, Пунам, Тхилон и другие. Автор сценария Кей Би Патхак. Оператор Дурга Прасад. Композитор Лаксмикант Пьер Лал. Продюсер Прадип Шарма. Режиссер Хармеш Мальхотра. Нараян дома? Нет, папы нет. Я специально приехал, чтобы с ним повидаться, дочка. Когда он придет? Скажи ему. Он придет уже скоро. Входите, пожалуйста. Входите. Садитесь. От меня-то зачем закрываться, невестка? Я на 2 года младше Нараяна, а тебе 9. Кажется, ты меня не узнаешь. Я Кедар, друг детства Нараяна. О, братец Кедар, садитесь. Столько лет мы не виделись, неудивительно, что я вас не узнала. Что это вы вдруг вспомнили о нас? Да вот, ехал мимо, дай, думаю, заеду проведать. И правильно сделали. Спасибо, дочка. А как тебя зовут, дочка? Меня? Рани. Рани, царица. Каково имя, таковы и повадки. Рани. Да, папа. Что за дурак поставил в наших ворот эту... Вы? С ума сошел, другу детства. Говоришь, вы? Кидари, ты, как же ты изменился, друг? Просто не узнать. Кидари, тебе тут хоть воды предложили? А ты думаешь, без тебя тут гостей встретить некому?
Да у тебя дочка такая, увидишь, и уже ничего не надо. Я вот тебя увидела, мне тоже ничего не надо, но от ужина не откажусь. Лакшми, накрывай на стол. Идем, гость мой дорогой. Что за аромат? Кто это готовил? Да, дочка, кто же еще? Ешь. Дочка, рис и чечевицу я не ем, а лепешек мне дай. Без масла, пожалуйста. Если ничего не ешь, зачем ты сидишь за столом? Что мне ответить, друг? Моя б воля и твое бы съел. Так бери, ешь. Но... Что но? Тот ли ты кидари, что целый день мог жевать сахарный тростник, а лепешки ел обмакивая в мед и масло? Помнишь, на свадьбе все уж наелись, а ты все сидишь. Сидишь в тарелке, облизываешь. Да, друг, таким я был. Но сейчас все изменилось. Бог дал мне богатство, а в придачу и болезни богатых. Больное сердце, диабет, да много чего еще. Вот доктора мне и запретили любимую еду. Доктора вообще странный народ. У кого нет ни гроша, им они советуют ешь больше фруктов, молока и сметаны. А у кого есть все, тем они есть запрещают. Послушай меня, причина всех болезней – ядовитый городской воздух. Возвращайся-ка ты в деревню, а то эти доктора тебя совсем заморочат. Нет, друг, дело не только в докторах. Я сам потерял аппетит. Аппетит он потерял. А я на что? А ну ешь живо, и все будет хорошо. Вот что я скажу. Кидари, когда я тебя увидел, будто снова вернулся в наше детство. Когда человек смотрит на дом богатого человека, то думает, Господь дал ему все. А если бы он заглянул богачу в душу, то понял бы, как многого он лишен. Он хуже бедняка. Как странно устроен человек. У тебя, друг, есть все. Деньги, богатый дом, машина. Чего же тебе еще не хватает? Спокойствие. Спокойствие души, которая есть в этом доме. Я ехал в город зарабатывать деньги. А когда их заработал, они захватили моих домашних. Такие объятия, из которых они никак не вырвутся до сих пор. До сих пор. Нараян, правда в том, что мой прекрасный дом никогда не был домом. Я чувствую себя в нем, как в гостях. Отец, что же вы в такой холод сидите, не прикрывшись? Вот, возьмите. Спасибо, дочка. Матери дай. Нет, дочка, дай отцу. Садись с нами. Нараян, если я что-то попрошу, дашь? Кидари, ты же знаешь, гость в доме, бог в доме. А ты еще и мой старый друг. Говори, чего ты хочешь? Рани, я хочу, чтобы она стала моей невесткой. Надо спросить ее мать. Не отказывай, сестра. Пусть твоя дочь озарит счастьем мой дом. Я и подумать не могла, братец. Мы люди бедные. У нас и приданного-то столько нет. Какое приданное? Мне ничего не нужно, кроме вашей Рани. Слава богу, все остальное у меня есть, есть. Как скажет отец. Отлично. Так я объявлю дом, и тогда мы выберем день свадьбы. Рани, ты плачешь. Тебе что, не нравится это предложение? В чем дело, дочка? Понимаешь, мама, я вспомнила брата. И если бы он был здесь сейчас, как бы он радовался. В праздник Ракша Бандхан сестры повязывают брата на руку нитку в знак любви. А я повязала
На горе. Братец, где ты был так долго? Разве ты не знаешь, пока сестра не повяжет брату раки, она не может есть. Повязывай, да будем есть. А то я тоже умираю с голоду. Что такое? Такой праздник, а ты без украшений. Где они? Где? Они шкатулки. Ты поешь, а потом я их надену. Никаких потом. Сначала украшения, а потом еда. Мама, принесите-ка ее украшения. В чем дело? Почему вы молчите? Рани, где твои украшения? Братец, украшения. Сынок, ее украшения забрал Махаджан. Махаджан? Но почему? Твой отец пытался его убедить. Говорил, что у нас третий год засуха, и поэтому нам нечем отдать ему долг. Как только соберем хороший урожай, мы отдадим ему все до последней пайсы. Но он и слушать не захотел. Он начал оскорблять твоего отца. Рани не вынесла этого и отдала ему все свои украшения. Братец, послушай, пока я не повяжу тебе ракхи, не выпущу тебя из дома. Ты повяжешь мне ракхи тогда, когда на руках твоих будут украшения. Где украшения моей сестры? Украшения? Какие украшения? Нет у меня ничего. Вся деревня знает, Хира хорош только для людей хороших. А вот для плохих и не спрашивай. Доставай украшения, а не... Украшения, а те украшения. Братец, ну их дал мне сам господин староста в счет вашего долга. Не веришь, я могу показать мои бухгалтерские книги, пожалуйста. Слушай, мы копили на эти украшения много лет. Это все наше достояние. Отнесись к Ране, как к своей дочери. Верни ее украшения, а я клянусь, что с первого же урожая мы вернем наш долг. Ты можешь не сомневаться в нашей порядочности. Хира, забудь об этих украшениях. Они пошли в счет прошлого долга. А ваш новый долг, о нем мы можем поговорить. Ради бога! Я говорю, отдай! А иначе я из тебя всю кровь выпущу, людоед проклятый. Ладно, отдам. Вот они, Хира. Бери и уходи. Уходи. Ну, я тебе это припомню, подлец. Рани, бери свои украшения и не смей их больше никому отдавать. Надеюсь, ты с ним не поругался? Да нет, мам, он и слова не сказал. Вот он, господин инспектор, тот самый бандит. Что? Хира, откуда у тебя эти украшения? Это украшения моей сестры. Но они похищены из сейфа Лала Джи. Конечно, эти украшения были сегодня украдены у меня. Не говори ерунды. Господин инспектор, здесь только принадлежащие моей сестре. Господин инспектор, поздравляю, вы схватили вора за руку. Пусть попробует отпереться. Лала. Братцы, что тут за спектакль, полиция? Что такое? Что случилось? Господин староста, вы наблюдаете за порядком в деревне, а в собственном доме порядок не можете навести? В моем доме? А что такое случилось в моем доме? Что сюда явилась полиция? Не смей повышать на меня голос, староста! Твой сын и так всю деревню извел своим хулиганством, а сегодня он, угрожая мне, взломал мой сейф, в котором хранится достояние всей деревни. Что с ним делать? Что? Это ложь, отец. Я забрал только украшения Рани. И то он их отдал мне сам. Да, конечно. Да я собственному отцу бы гроша ломаного не дал. Чтобы я своими руками открыл тебе сейф. Раз я сам отдал эти украшения Лале, какое право ты имел их забирать? Отец, ты не отдавал их ему. Он заставил тебя их отдать, и они принадлежат Рани. Ты не можешь ими распоряжаться. Что ж, бедность никогда не считалась пороком в нашей семье. А вот пятна честь семьи воровством? Кто дал тебе на это право, отец? Не смей называть меня отцом. До сих пор, несмотря на бедность, я всегда высоко нес свою голову, а теперь ты заставил меня опустить ее от стыда.
Убирайся из этого дома! С сегодняшнего дня ты мне не сын, и мы для тебя... Господин инспектор, уведите его. Братец! Нет! Пусть уходит, он должен понести наказание. Я буду считать, что у меня не было и нет сына. Не плачь, дочка. Не плачь. Где бы ни был сейчас твой брат, любовь сестры и благословение матери всегда будут с ним. Входите, тетушка. Простите, сэр, где я могу видеть мистера Джона? Кто это меня спрашивает? О, так это вы, мистер Джон. Пожалуйста, пошлите кого-нибудь забрать багаж из машины. Какой еще багаж? Багаж тетушки Радхи. Так это ты, Радха, старуха? Нет, она не сама сюда пришла. Это я привез ее по приказу учителя. Учителя? Ты сам к нему отправишься или тебя упаковать как багаж? Нет, учитель сказал, отвези ее домой. Так что принимайте, а не то. Джон, я не люблю ругаться. Так что давай по-хорошему, освободи дом тетушки. А я не люблю, когда мне указывают, что мне делать. Так что убирайся отсюда по-добру, по-здорову. Уберусь. Когда освобожу, для тетушки дом. И возьмешь плату с ее дочки. Пошел вон отсюда. Тетушка, несите свой багаж. Вас больше никто не обидит. Сынок, я не смогу заплатить тебе за то, что ты для нас сделал. Но у меня есть немного денег. Пожалуйста. Да что вы, тетушка, оставьте их себе, пригодятся на ремонт. Но я слышала, что ты берешь деньги за свою работу. Да, беру, но не с таких, как вы. Я беру с богатых. Идем, Хайру. Идем. Да! Сынок, спасибо тебе. Хоть тебя и называют бандитом, хорошо бы в каждом доме был такой бандит. Ну и дела. Эта поганая моська возомнила себя слоном. Я его по земле размазал бы. Ну так и что ж ты не размазал? Что? Неужели опять браться за работу Шер Сингху? Как там клуб? Очень хорошо, хозяин. Туда ходит много больших людей, и не только мужчин. И дамы начали ходить. Дамы. Неплохо. Я велел тебе пригласить туда хорошую танцовщицу. Ты разговаривал с Соной? Она отказалась. Почему?
Говорит, если хотите посмотреть мои танцы, приходите ко мне домой. 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 Ты кто такой? До сих пор еще никто не осмеливался отказывать Шер Сингху. Асону еще никто не смог силой заставить танцевать. Все танцовщицы этого города пляшут под мою дудку. Если бы ты знала, кому осмелилась отказать, то подумала бы 10 раз. А может быть и 20. А ты плохо знаешь Сону. А иначе 1000 раз. А может быть и 2. Подумал бы, прежде чем вламываться к ней в дом. Убирайся. Я же сказал, все танцовщицы этого города пляшут под мою дудку. Я давно наслышан о себе и хотел посмотреть твои танцы. А сегодня увидел тебя и решил, что сделаю тебя своей золотой птичкой и посажу тебя в клетку. А ну-ка посмотрю, кто смеет так разговаривать с моей девочкой. И это туда же. Что за красотки? Идемте. Вам обоим найдется занятие. Что? Сначала я выцарапаю твои бесстыжие глаза. Я знаю, как управляться с такими, как вы. Убирайся отсюда! Помогите! На помощь! Пошли! Спасите! Спасите! Помогите! Отпусти девушку, Шер Сингх. Кто это смеет так разговаривать с Шер Сингхом? Это не Хира, учитель. Тот Хира, что отнял у меня мой дом. Это ты отнимал дом, Шер Сингх. Я лишь вернул его хозяйке. Отпусти девушку. Ты хочешь поссориться с Шер Сингхом из-за какой-то танцовщицы? Прежде всего, она женщина. А для спасения чести женщины Хира может поставить на карту свою жизнь. Что ж, ставь! Ставь быстрее! Учитель, ты здесь. Если бы я знал, что ты здесь, не привел бы полицию. Шер Сингх, ты? Откуда ты взялся? Я уже давно хотел с тобой повидаться. Занимайся своим делом, инспектор. Не о чем нам разговаривать. Сержант, возьмите его. Посидит в тюрьме с годик, научится вежливо разговаривать. Идите. А ты, Хира, только и знаешь, что драки устраивать в моем районе. Дождешься у меня, и тебя арестую. Господин инспектор, он защищал меня от бандитов. Поэтому пока я не арестовываю. Но больше, чтобы этого не было. А ты пойдешь со мной в участок. Кто? Я? Хорошо, господин, иду.
А ты как думаешь? Поедем в китайский? Хорошо. Пообедаем и домой. Дорогой, как ты? Привет, папа. Привет, пап. Мы вернемся поздно, так что обедаем без нас. Постой. Папа, мы и так опаздываем. В чем дело? Где Раджеш? Привет, папа. Ты уже вернулся? Мама, а вы все еще дома? Это я ее задержал, надо поговорить. Папа, какой может быть разговор сейчас? Сейчас скачки, я опаздываю на первый заезд. Да, меня не было столько дней, а у вас даже нет времени со мной поговорить? Папа, ну у нас уже есть планы на сегодня. Мы же не знали, что ты вернешься. Замолчи. Папа, прошу тебя, что за странная привычка? Вот так врываться в дом и нас воспитывать. Странно. Ты считаешь, что если отец заботится о своих детях, это странно? Ты задержал нас, чтобы сказать только это? Нет, говорят, что долг жены держать на себе дом. Но у тебя получается лучше его разрушать. И вот что я решил, прежде чем ты его совсем разрушишь, я хочу привести в него девушку. Девушку, подобную богине Лакшми. Что? Ты что, решил взять вторую жену? Что еще может прийти в голову такой жене, как ты? Я нашел красивую и благовоспитанную невестку для Раджеша. Что? Папа, а мое мнение тебя не интересует? Кто она? Дочь моего старого друга. А, дочь старого друга. А что есть у нее, кроме этого звания? Хоть какое-нибудь состояние? Их семья богата честью и достоинством. А в каком городе живет твой друг? Нет, госпожа моя, они живут в деревне. О, нет. Ты хочешь женить Раджеша на деревенской девчонке? Джоти, не забывай, мы тоже из деревни. Отец, зачем кричать? Это вредно для горла. Хочешь знать мое мнение? Я не согласен. Раджеш, я дал им слово. Но не я же. Тогда слушай меня внимательно. Ты мне больше не сын. И из моих денег тебе и гроша ломаного не достанется. Отец испортил все настроение. Идем, Пинки. Раджеш, твой отец очень упрям. Если уж он что-то решил, ни за что не отступится. Ну что ж, мама, тогда мне придется уйти из этого дома. Но на свадьбу эту я не соглашаюсь. Но куда ты пойдешь? На улицу? Успокойся и послушай меня. Все, что ты имеешь, все это благодаря отцу. Да и что такое эта свадьба? Обойди вокруг священного огня и конец. Не умирать же из-за этого. А вот если ты лишишься денег и положения... Послушай меня. Дай Бог твоему отцу долгой жизни. Но ты же знаешь, что у него больное сердце. Он в любой день может умереть. И тогда все будет твоим. Нечего тут думать. Иди, проси у него прощения и скажи, что согласен. Все будет хорошо. Иди, сынок. Прости меня, отец. Поступай, как считаешь нужным. Я не возражаю. Спасибо, сынок. Ты спас мою честь. Теперь-то ты доволен? С сыном все в порядке. Если бы еще не беспокойство о Джоти. А Джоти-то зачем беспокоиться? Она красива, образована. Да для нее найдется сотни женихов. Что ты говоришь? Как можно выдать замуж замужнюю женщину? А ты что говоришь? Разве можно детскую глупость называть браком? А как ты можешь называть глупостью священные узы брака? Лишь из-за того, что у нас появились деньги? Это ты можешь забыть ради них старых друзей, но не я. Вот что, Шила, пока Дипак не отказался сам от Джоти, я не буду искать ей другого жениха. Эй, постой! Куда ехать? В кондитерскую лавку. Постой, братец, дай ему-то сесть.
Я тут уже сел. Поехали. Минутку, слезать к оба. Почему? Братец, моя машина не потянет такой тяжелый груз. К тому же вас двое. Не двое, а трое. А где же наша малышка? Малышка. Иду. Послушайте, у меня пассажирская машина, а не грузовая. Не повезу я такой груз. Это ты нас грузом называешь, подлец? А ну, поехали в кондитерскую. Моя малышка еле ходит от голода. Ты что, не видишь? Поехали, говорю. Я же сказал, никуда вас не повезу. Рикша рассчитана на трех человек. Вот мы трое поедем. Каждый из вас за троих сойдет, и того 9 человек. Поехали, говорю. А то сейчас как двину. Садись, дочка, не слушай его. Полиция, полиция, на помощь! Полиция! Что случилось? Бессовестный! Черт бы вас побрал! Сержант! Господин сержант, сюда скорее! Что случилось? Братцы! Братцы, помогите поставить мою машину! Вот так. Господин сержант, видите, что они с ней сделали? А что мы сделали? Как что? Чуть машину не сломали, выходите. 1, 2, 3, всего трое. И куда им? На улицу кондитеров. Так отвези. Что? И меня заодно. Господин сержант, пожалейте меня. Ну не меня, так мою машину. Ну что же делать? А вот свободный рикша, садитесь. Он вас отвезет, а я отвезу этих. Так, уйдите, уйдите. Ну чего уставились? Спектакль тут что ли? С дороги. Простите за беспокойство, я поехал. С дороги! Расходитесь! Безобразие, машина ехать не может. Давай быстрее. Еду как могу. И за какие грехи мне такое наказание? Ты что-то сказал? Ничего, я подумал. Кто благословил меня такими пассажирами? Конечно, там, где ступает нога моей доченьки, наступает всеобщее счастье. Неужели? А вы сюда в гости приехали? Нет, приехали на смотрины. Но нашей девочке жених не понравился. Мама, он был такой толстый. Да, доченька. Неужели толще ее? Мама, а этот ничего. Да, дочка. Сынок, ты женат? Нет, а что? Тогда вот что. Забудь про кондитерскую. Вези нас прямо к себе домой. Ко мне зачем? А затем, что мы познакомимся с твоей матушкой, назначим день свадьбы с нашей доченькой. Что? Мама, что это? Вы живы? Крошки мои! Вставайте! Гороскоп девушки очень хороший. В какой дом она не войдет, принесет туда счастье. А где же гороскоп жениха? Вот, господин. Рамкишин Бхарадвад из семьи Валаб. Гороскоп составлен мной. А какое отношение ты имеешь к Рамкишину? Я? Он был моим мужем. А Дипак мой сын. Так ты Джанки? Да, господин. Ты меня не узнала? Неудивительно, ведь прошло столько лет. Когда ты приехала из деревни? У нас в деревне случилась эпидемия. Почти все умерли, и отец Дипака тоже. Тогда я взяла сына и переехала в город. А его жена? Жена? Ну да, я хорошо помню, когда твой сын и дочь Кедар Надха были еще детьми, я сам их обвенчал. К чему же другая невеста? Разве та... Нет, нет, господин. Девушка жива. Но они не хотят быть нашей родней. Кто может разорвать священные узы между мужем и женой? Ты шутишь? Такова наша судьба. Их семья очень разбогатела. А эта девушка может... Нет, нет, Джанки, я не возьму на душу такой грех. Женить второй раз уже женатого человека. Но, господин... Мама, то, что я слышал, это правда? Да. Но почему ты от меня это скрыла? А что толку было рассказывать? Что ты говоришь? Ты скрыла от меня такое событие моей жизни? Потому что, сынок, их богатство стало между нами стеной.
Когда была эта свадьба и с кем? Они были нашими соседями в деревне. Мы очень дружили. И мать девушки сама настояла на этой свадьбе, чтобы эта дружба переросла в родство. Но когда я приехала в город и пошла к Шиле, чтобы спросить о своей невестке, она надо мной лишь посмеялась. Посмеялась? Что она сказала? Что она не отдаст свою дочь таким нищим, как мы. Я пыталась ее переубедить. Объясняла, что последним желанием твоего отца было видеть Джоти своей невесткой. Но зачем им теперь такие бедняки, как мы? Она накричала на меня и прогнала. Она выгнала меня, сынок. Не плачь, мама. Клянусь твоими слезами, они заплатят нам за это оскорбление. Я не дам им спокойно жить. И раз таково было желание отца, я приведу эту девушку в твой дом и посажу у твоих ног. Клянусь, мама, не будь я твоим сыном. Клянусь! Вот ты дом моего тестя. Послушай, накрывай на стол, мы будем завтракать здесь. Хорошо, мадам. Это и есть Джоти? Что-то она старовата для меня. Мама, мы будем завтракать здесь? Мама? О, боже, так это моя теща? Спаси меня, Господи, и сохрани. Доброе утро, мама. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро, садись. Вот и моя женушка. А это? Что-то маловато. Меня не посадят за совращение малолетних. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Уж это точно она. Ничего себе. Ну вот, вся семейка в сборе. Теща, Шурин, свояченица и супруга. А где же тесть? Что-то не вижу. Надо было знать. 70 человек погибли в Шри-Ланке, мама. Здравствуйте, матушка. Ты кто? Я Дипак, Рикша. Рикша? Я сын Джанки. Какой еще Джанки? Вы спрашиваете, какой Джанки? Забыли свою деревенскую соседку и подругу? Не знаю я никакой Джанки. Мать Рикши не может быть моей подругой. И вообще, зачем ты сюда явился? За своей женой и вашим благословением. Какой еще женой? За ней. Что? Я правду говорю, нас поженили еще в детстве. Мама, что он говорит? Ерунда. Раджеш, выведи этого человека отсюда. Но, матушка... Убирайся. Дорогой Шурин... Я говорю, убирайся. Но послушай. Убирайся немедленно. Но я правду говорю, ваша сестра мне... Мама, что это значит? Кто этот человек? Просто сумасшедший. А может, он решил таким образом заработать немного денег? Идем в дом. Идем, Пинки. И не смей больше здесь показываться. Ничего себе встреча с родственниками. Нет, нет, братцы, не надо. Я знаю, как заставить платить по счетчику.
Сона, дочка, поздно уже, а ты все тут сидишь. Уже несколько дней ты сама не своя. В чем дело? Ни в чем, тетя. Не я тебя родила, но я тебя вырастила. И я прекрасно вижу, ты кого-то ждешь. Послушай, дочка, при нашей профессии нечего и мечтать о любви. Люди приходят к нам развлечься, приятно провести время. А Хира и за этим не приходит. Так зачем напрасно мучить себя? Я устала от тяжести браслетов на своих ногах. И в моем сердце поселилась мечта о собственном доме. Будет и у тебя свой дом, но для этого надо заработать побольше денег. Без денег в нашем мире танцовщица не сможет найти себе достойного места. Никто не подаст ей руки. Зарабатывай, пока ты еще молода. Представь, ты выйдешь замуж, и вдруг с твоим мужем что-то случится. Что будешь ты делать тогда, одна и без денег? Что ты будешь делать? Добрый вечер, тетушка. Добрый вечер, Санаджи. Хайру, хорошо, что ты пришел. Я как раз о тебе думала. Неужели какое счастье? Скажи мне вот что. Как он? Кто он? Твой учитель. При чем тут учитель и мои чувства? Скажи правду, кто вам нужен, я или он? Правду сказать. Вы оба. Так я и думал, здорово. Так и думал. Ты ведь мне как брат. Что? Вы мне сестра, я вам брат. Ладно, хватит шуток. Сделаешь кое-что. Приказывайте. Устрой нашу встречу с Хирой. Невозможно. Учитель здесь. Да я и в тот раз силой заставил его сюда прийти, а иначе бы он... Нет, невозможно. Нет, устрой нашу встречу, а то... Я умру. Кажется, дело серьезно. Но учитель, он уезжает в деревню на свадьбу своей сестры. Что? Если надо увидеться, то сегодня у вас единственный шанс. Да, но где? У него дома. Входите. Ты? В тот день вы меня спасли. И так быстро ушли, что я даже не успела вас... поблагодарить. Слава богу, что Хайру зашел сегодня ко мне. А то бы... Нет, учитель, я тут совсем ни при чем. Я просто шел мимо, а она говорит, ну... Это, я пойду. Хайру сказал, что вы едете на свадьбу сестры. Передайте ей от меня этот подарок. Мы не принимаем подарков от посторонних. Ладно. Я вам посторонняя, но вы-то мне не чужой. Возьмите, прошу вас. Неужели ты думаешь, что приличный человек примет подарок от танцовщицы? Да? Я подумала, что в тот день вы были искренни, когда говорили об уважении к женщине. Если вы меня ненавидите, то зачем спасали? В тот день я спасал честь женщины. Просто женщины. А сейчас тебе лучше уйти. Прошу тебя. Уйди.
Отец! Зачем ты пришел? Я пришел на свадьбу сестры. Бандит не может быть братом моей дочери. Как ты думаешь? Как ты думаешь, я себя чувствую, когда земляки приезжают из города и говорят, твой сын бандит, за ним гоняется полиция? Иногда мне кажется, лучше бы я умер. Ты выгнал меня из дома. Я просил хлеба, никто мне его не дал. А когда я его украл, меня назвали вором. Послушай, Хира, не порти свадьбу своей сестры. Уходи отсюда. Как я могу уйти, не посадив сестру в свадебный паланкин? Посадить паланкин можно после свадьбы. А ее не будет, если родня жениха узнает тебя. Они увезут его обратно. Они ведь тоже из города, в котором Хиру бандита знает каждая собака. Пока этого не случилось, не позорь сестру. Уходи отсюда, прошу тебя. Этого не будет. Я не позволю, чтобы из-за меня пропала моя сестра. Да, отец, я уйду отсюда. Я уйду. Навсегда. Прощай. Дочка, ты не видела мать Рани? Конечно, она в доме. Там и Рани. Дочка. Девушка не принадлежит своим родителям. Однажды она должна уйти в дом мужа. Иди и ты, дочка. Но не забывай о чести семьи, которая тебя вырастила. Если ты поступишь неправильно, твои родители умрут от стыда. Помни это, дочка. Нарен, уже поздно, мы должны добраться домой до восхода солнца. Да, конечно, сейчас. Кедари, я воспитал свою дочь в старых традициях. Она молодая и неопытна. Если она совершит ошибку, ты уж прости ей. Нарен, что ты говоришь? Это я должен броситься тебе в ноги за то, что ты отдал мне самое дорогое. Ведь я увожу в свой дом твою честь.
ты делаешь? Вы уснули в туфлях, и я... Кто дал тебе право прикасаться ко мне? Я ведь ваша жена. Этот глупый спектакль не сделал тебя моей женой. Вы называете священный обряд спектаклем? Я женился на тебе не по своей воле. Отец принудил меня. Я вам совсем не нравлюсь? Как ты можешь нравиться? Деревенская простушка. Мне нужна совсем другая жена. Современная, образованная, с которой не стыдно показаться в обществе. Да, я выросла в деревне и не знаю современных обычаев, но я приложу все силы, чтобы стать достойной вас. Не надо этого, в этом нет необходимости. Отец получил украшение своего дома, вот пусть им и любуется. Ты навсегда останешься в этих стенах. Что это за безобразие? Это не безобразие. Это молитва. Статуя Бога стоит вон там. Статуя стоит там, а мой Бог передо мной. Тебе не стыдно в храме вести такие речи? Так идемте домой. Там спокойно и поговорим. Ты? Сынок, возьми святой воды. В машину где покусила девушка? Как бы у них чего не вышло? Ну и пусть, она же его жена. Очень жарко. Открой окно. Зачем же его открывать? Останови машину, а то закричу. Ничего не выйдет. Через окно тебя все равно никто не услышит. И вообще, такси остановится тогда, когда захочу я. Я говорю, останови. Спасите! Помогите! Помогите! Побереги слезы, поплачешь, когда будешь прощаться с родителями. Я заявлю на тебя в полицию. Я и так попался в тот день, когда женился на тебе. Это ложь. Мама никогда не отдала бы меня за деревенщину. Но, моя дорогая, мы поженились, когда и твоя мама была деревенщиной, и все мы жили в деревне. Это невозможно. Ты выдумал всю эту историю, чтобы вымогать у нас деньги. Неужели? Хорошо. Я тебе докажу, правда это или нет. Пандит Джи, входи. Приветствую вас. Ты? Дочка, в чем дело? Твоя свекровь говорит, что твои родные не отпускают тебя к мужу. Но ведь после свадьбы девушка обязана жить со своим мужем. Иначе это противоречит нашим обычаям. Я не верю этому мошеннику. Я никогда не признаю брак, которого не было. Никогда. Понятно тебе? Признает, господин. Но как это возможно? Никак? О, Раджеш, ты здесь? Ты же должен сейчас спать в объятиях молодой жены. Молодой жены? Да я видеть ее не могу. Что ты говоришь? Она же твоя жена, к тому же она красавица. Да мой отец силой заставил меня на ней жениться. Вот пусть он ею и любуется. А ты? Мы-то кроме жены в этом городе посмотреть не на кого. Тогда что ты делаешь здесь? Идем-ка в одно местечко. Куда? Туда, где люди забывают, на земле они или в раю. Yeah.
Идем, Раджеш. Ты слышишь? Ты в порядке? Не очень. Как мне теперь уйти? Я забыл дорогу домой. Представление окончено. Идем. Идем, идем. Куда ты уезжаешь? Да. Но сегодня смотри на Пинки. Как же так? Но ты же будешь дома. Но ты же ее отец. Ты должен присутствовать. Да, я отец. А в этом доме об отце вспоминают лишь по таким случаям. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, госпожа. Здравствуйте, извините, я немного задержался. Ничего, я привык. Что вы говорите? Что? Когда надо куда-то ехать, приходится сообщать об этом моей жене за 2 недели. У нее столько времени уходит на сбор. Когда мы собираемся на чью-то свадьбу, то добираемся туда лишь к рождению первенца. Вот и сегодня. Собирались прийти вместе, а моя супруга до сих пор наводит макияж. Пришлось прийти одному. Но вы не волнуйтесь, к дню свадьбы она будет здесь. Обязательно будет. Поторопится. Ну, присядьте, пожалуйста, Пинки скоро выйдет. Спасибо. Пинки? Пинки? А я думал, что Пинки это вы. Ну что вы? Обычно меня принимают за старшую сестру моих дочерей. А я подумал, что вы Пинки или ее младшая сестра. Ну зачем же так шутить? Нет, в самом деле. А где же Кидарджи? Он еще утром уехал в Джумри-Талая. Джумри-Талая? Да, мы там купили 20 акров земли. Муж планирует строить на ней 5-звездочный отель и 3 кинотеатра. 5-звездочный отель и 3 кинотеатра в деревне? Да, дело в том, что для строительства в деревне правительство дает беспроцентный займ. План так и остается планом. А полученные деньги пойдут на свадьбу Пинки. Вы понимаете? Все очень просто. Ну и дела. Как вы дальновидны, матушка. Что? То есть, простите, сестрица Пинки. Матушка Пинки, вообще-то, нас тоже Господь богатством не обделил. Но я слышал столько похвал вашему семейству, что подумал, а почему бы нам не породниться? Что? То есть, а почему бы нашим семьям не породниться?
Господин, родство начинается с родства душ. Бумажки, значит, не так уж много. А в этом доме очень интересные люди. И знаете, что хорошего в этой семье? Простите, а вы... Я старший зять в этом доме. Как я рад познакомиться. Вы так рассказываете об этой семье, да? Так вот, самое замечательное в них то, что они выдают замуж своих дочерей, но не хотят их отпускать. То есть вы... Да, например, я женился лет 12-13 назад, но их дочь, то есть моя жена, до сих пор живет в этом доме. Что? Ну да. Вот что, закажите свадьбу своего сына прямо сейчас, и вы получите невестку уже лет через 15-20. Что такое говорит ваш зять? Он... Да что она может сказать, лучше скажу я. Скажите вы, вам лет 50-55? Да, 55, то есть 35, ладно, ну 40. Лет через 15-20 можно будет собираться куда? На небеса, а ваш сын как раз приведет в дом невестку. Потом и внуки пойдут, но вы их уже не увидите. Сынок, Господь тебя послал меня спасти, если б я это не узнал, наша свадьба... Ваша свадьба? С ней? Я хотел сказать моего сына с их дочерью, свадьбы не будет. Послушайте, уважаемый, не надо. Неужели из-за такой ерунды вы откажетесь от такого родства? Ничего себе ерунда, ждать 20 лет. Я до сих пор жду свою жену, и ваш сын будет так же мучиться. Идемте же, подумайте, все-таки такая семья. Я пойду. Но почему? Подумайте хорошенько. Пустите меня. Подумайте. Не о чем тут думать. Прощайте. Матушка, вы же видели, как я старался его удержать. Но, к сожалению, он... Что я еще могу для вас сделать? Подлец. Чего ты добиваешься? Своей жены? И думать забудь. Я никогда и ни за что не отдам свою дочь за нищего. Как вы можете не отдать, матушка? Браки совершаются на небесах, и не в наших силах этому помешать. Так когда я могу ее забрать? На праздник Дивали, договорились? Что случилось, Джетти? О чем задумалась? Прошу тебя, невестка, оставь меня. Я так хорошо тебя понимаю. Я ведь тоже женщина. Джетти, думай, что хочешь, но обряд брака имеет большую силу. Да и Дипок такой хороший парень. Ты будешь с ним счастлива. Но чем он докажет, что говорит правду? Тебе нужны доказательства. Взгляни в его глаза, и ты увидишь там любовь. А в его словах правду. Если это правда, почему мама ее отрицает? Наверное, она боится, что простой рикша не сможет дать тебе всего того, чего ты заслуживаешь. Но, Джоти, поверь, для женщины все богатства мира и горы денег – ничто, если у нее нет любви мужа. Они все равно, что цветы без запаха. Тебе очень повезло, Джоти, что твой муж так тебя любит. Куда вы их забираете? Ну, а тебе-то что? Но ведь это мои украшения. В этом доме нет ничего твоего. Оставь меня. Не говорите так. Забирайте все украшения, деньги, что хотите. Только не разбивайте мне сердце. Откуда тебе знать, что такое разбитое сердце? Говорите что угодно, но настанет день, когда вы отдадите свое сердце мне. Никогда, оно уже отдано другой. Кому? Соня. Соня? Кто она? Женщина, которую я люблю больше всех на свете. Как вы можете говорить такое своей жене? Чем я вам не хороша? Некрасива? Или стара? Красота и молодость имеют цену лишь в глазах любящего мужчины. А для остальных это лишь пустые слова. Послушайте, не уходите хотя бы сегодня. Сегодня Карва Чаут. Все женщины в этот день постятся ради мужа и без его благословения не могут притронуться к пище. Я никогда не признавал тебя своей женой. Как я могу тебя благословить? А если хочешь есть, ешь, я не возражаю. Раджеш Бабу? Вы? Чему ты так удивляешься? Я же здесь не первый раз. Но сегодня Карва Чаут.
Хорошие мужья не ходят к танцовщицам в этот день. А я хотел посмотреть, как это будет смотреться на твоей шейке. Если это ожерелье вашей жены, верните его ей. А если вы его купили, подарите ей. Сегодня очень важный день для всех замужних женщин. Идите домой. Ваша бедная жена сидит весь день голодная и молит за вас. Куда же ты? Я иду в храм. Я тоже сегодня постилась. Постилась? Что ты делаешь? Что это? Сегодня Карва-Чаут. Все замужние женщины постятся и молятся за своих мужей. А потом, прикоснувшись к их стопам, кушают пищу из их рук. И что? Я постилась ради вас. Ради меня? Да кто я тебе? Разве сердечные связи ничего не значат? Мое сердце говорит, вы для меня все. Неслыханно. Чего ты добиваешься своим упрямством? Неужели думаешь, что я признаю своей женой танцовщицу? Говорят, что воды священной Ганги смывают все грехи. Вот и я мечтаю, что Ганга вашей любви смоет мои грехи. Я не смогу полюбить женщину, у которой улыбка и взгляд, и каждый изгиб тела, все имеет свою цену, чья походка, голос и чары созданы лишь на продажу. Как я могу это полюбить? Я готова бросить все ради тебя, Хира. Только дай мне место в своем сердце. Я отдам свое сердце бедной и несчастной, обиженной всем миром девушке, но не алчной танцовщице. Забирай свое барахло. И убирайся отсюда. Убирайся. Эй, ты заснул, что ли? Ехать пора. Вот, господин, пожалуйста. Зачем ты принес мне свадебные гирлянды? Я женился уже давно, а сегодня едут за женой. Ладно, давай. Они хоть свежие? Учитель, учитель! Дипак, сегодня же праздник Дивали. Куда это ты со свадебной процессией и гирляндами? Еду за женой. Правда? Я не знал, что ты женат. Я поеду с тобой. Нет, нет, учитель. Я хочу только попробовать. Не знаю, с женой вернусь или с мингалом. Ну и что, поедем, увидим. Нет, учитель, это очень лично. И сегодня никакого насилия. Да? Ну тогда желаю тебе успеха. Увидимся, расскажешь. Спасибо, учитель. С праздником Дивали. С праздником Дивали. Трогай. Что это, матушка? Деньги, которые рикша не заработает за всю свою жизнь. 100 тысяч. О, Боже, мне не нужно приданое, матушка. Мне нужна моя жена и ваше благословение. Таких, как ты, я не благословляю. Бери деньги и оставь мою дочь в покое. Матушка, вы оценили свою дочь в 100 тысяч. Но для меня она бесценна. Она богиня Лакшми моего дома. А в нашей семье богинь не продают, им поклоняются. На голодный желудок не очень-то помолишься. Ты хочешь забрать мою дочь в свой дом?
А чем ты ее будешь кормить? Черствым хлебом? Где она будет жить? В грязном поселке, где не ступала нога приличного человека? Она будет жить в моих объятиях, матушка. Что же до хлеба? Лучше я сам лягу спать голодным, но жену свою накормлю. Слушай меня внимательно. Пока я жива, ты не заберешь Джоти из этого дома. Послушайте меня и вы, госпожа. Эту свадьбу устроили вы, наши родители. Последним желанием моего отца было видеть Джоти своей невесткой. И я сделаю все, чтобы исполнить это желание. Ты этого не сделаешь. Никогда. Драться я тоже умею. Но для меня теща вторая мать. А на мать я руки не поднимаю. Матушка, может, стоит спросить Джоти, что она об этом думает? Замолчи. Не хватало еще, чтобы в моем доме командовала деревенская девка. Конечно, невестка. В этом доме распоряжаются только образованные дураки. Ах ты дрянь! Да я тебя... Мама, что ты делаешь? Ты хочешь своей рукой убить счастье своей дочери? Джоти, что за чушь ты городишь? Я говорю правду. Ты моя мать, и ты готова продать меня за кучку бумаги. А он называет меня богиней своего дома. Кажется, своей болтовнёй он уже задурил тебе голову. Нет, мама, он снял пелену с моих глаз. Я оставляю этот дом и ухожу к своему мужу. Против моей воли. Никто не покинет этого дома. Я заявлю в полицию, и его отправят в тюрьму. Не забудь, мама, я совершеннолетняя и могу идти, куда захочу. Но я иду не куда попала, а в дом своего мужа. Бессовестная. Это уже не ваша невестка, матушка, на которую вы можете поднимать руку. Она моя жена. А оскорблять жену я не позволю. Идем, Джоти. Убирайтесь к черту. Невестка, благослови меня, чтобы в доме мужа я смогла жить с таким же достоинством, как и ты. Благословляю тебя, Джоти. Пусть наполнится радостью твои дни. А теперь идите. Центральная тюрьма. Джон? Джон, Джагу. Привет, Шера. Все в порядке? Да нет, Шера. Этот чертов Хира просто схватил нас за горло. Он считает себя хозяином всего города. Обнаглел. А эта Сона совсем сошла с ума от любви к нему. Одна надежда на тебя. Приведи их обоих в чувство. Я хочу забыть наши прошлые разногласия. С тех пор, как я вышел из тюрьмы, я только и слышу о тебе. Ты что, всех околдовал? Послушай, чтобы стать хозяином города, надо обладать не только силой, но и авторитетом. У тебя есть и то, и другое. Поэтому я решил, что нам надо забыть старую вражду и стать друзьями. Как думаешь, Жагу? Да, Шерстинг, мы все готовы признать Хиру своим учителем. Нет, Шерстинг, у нас разные пути. Вы ради своей выгоды можете обидеть любого человека, а я поднимаю руку лишь на тех, кто притесняет бедняков. Нет, Шерстинг, я не пойду твоей дорогой. Тогда мы пойдем твоей дорогой. Подумай. Подумал. Я много думал. Хира, в тюрьме у меня было время. Твоя дорога правильная.
Тогда ладно. Я знал, что мы договоримся, Хиро. И будем друзьями. Вот так. Честь нашего примирения, надо устроить такой праздник, чтобы его запомнили надолго. Будет сделано. Нет, Шерсинг, это наше личное дело. Не вмешивайся. Thank you.
Зачем же так гневаться на руку, давшую пощечину? Сона! Клянусь, даже мертвая, я бы вся трепетала, когда ты касался бы меня своей рукой. Зачем ты пришла? Подумала, что тот, кто так страдает, причинив мне боль, прижмет меня к сердцу и охладит этот огонь. Ну зачем ты ко мне липнешь? Ну неужели больше никого не можешь найти? На свете много людей, и ко мне приходят не самые худшие. Хозяева фабрик, владельцы банков. Но они приходят меня купить. Им нужна лишь моя красота в обмен на их золото. Ты первый мужчина, который проявил ко мне уважение. Будь благословен тот день, когда в книгу моей судьбы было вписано твое имя. Забудь об этом. Не вписан я в книгу твоей судьбы. Не отрицай, твое имя было вписано в нее еще до нашего рождения. Не отрицай это. Понять не могу. Что ты такого во мне нашла? Об этом написано много книг. Но до сих пор никто не смог объяснить, что нашла в Фархаде, Ширин, Алейла в Меджнуне. Не говори об этих святых именах! Ты лишь грязная базарная танцовщица, и не тебе судить о любви! Убирайся! Убирайся отсюда! Иди! Танцовщица, танцовщица, танцовщица. Я слышу это с самого рождения. Я к этому привыкла. А вот кто такой ты? Ты думал, кто ты такой? Ты бандит, вор и хулиган, который отнимает деньги у людей, прикрываясь благородными идеями. Но не беспокойся. Больше ноги моей не будет в этом доме. И вот еще. Не задирай нос, Хира. Может, еще настанет тот день, когда ты явишься к моему порогу и будешь умолять о капле любви. Что вы делаете, матушка? Я сама помою. Нет, невестка. Разве может богиня Лакшми мыть посуду? Если я богиня Лакшми, то вы великая богиня. Вы и так много трудились. Отдохните, пожалуйста. Я все сделаю сама. Ладно, невестка. Ты выросла в доме со множеством слуг. Кто научил тебя домашней работе? Моя невестка. Она говорила, будешь делать все по дому, и богиня Лакшми пошлет тебе счастье. Мама! Я пойду. Видишь, мама? Такси? Это твоя машина? Да, мама моя. Невестка, глянь-ка, что есть у нашего Дипака. Невестка, смотри. Это все благодаря моей невестке. Как только она пришла в наш дом, дела стали налаживаться. Идем, сынок, поблагодарим Господа. Хорошо, идем. Дай мне ключи, сынок. Джоти? Входите, входите, матушка. Как это вы вспомнили о нас, бедных? Осторожно, ты меня испачкаешь. Почему у тебя грязные руки? Что ты делала? Я чистила посуду, мама. Чистила посуду? Шила, сестра. Может, присядешь? Разве нормальный человек может сидеть в этом сарае? Мама, какое право ты имеешь так говорить о моем доме? Этот попрошайка за 4 дня научил тебя говорить? А разве вы родили ее немой? Заткнись, не смей повышать на меня голос. Обнять вас можно? Да разве можно с такими говорить? Как ты тут живешь? Погоди, придет день, ты еще пожалеешь. Я уже жалею, мама, что не оказалась в этом доме раньше. А то бы я не узнала, что такое родной дом и любовь матери. Теперь у меня есть и то, и другое. Молодец, Джоти! Вот сказала, так сказала. Джоти, усади свою матушку, предложи ей воды, может, она охладится? Черт бы тебя побрал! Ты? Здесь?
А что? Ты приходишь повидать дочь, а мне нельзя? Я уже повидала. А теперь повидай ты этих голодранцев. Здравствуй, сестра. Здравствуй. Здравствуй, папа. Здравствуй, сынок. Сестра, мне очень стыдно за слова Шилы. Прошу вас, не обижайтесь на нее. Что вы, отец, разве можно обижаться на старших? Дочка, увидев тебя в этом доме, я могу лишь порадоваться и пожелать тебе счастья. Лакшми. Что, лихорадка спала? Эта лихорадка покинет меня лишь вместе с жизнью. Не смей так говорить. Кроме тебя у меня больше нет никого в этом мире. Ты должна поправиться. Схожу, принесу другое лекарство. Вот что. Поезжай в город. Хорошо, я привезу городского доктора. Нет, не надо доктора. Не надо. Поезжай в дом нашего свояка. Привези Рани. Я очень хочу ее видеть. Прошу тебя. Ладно, поеду прямо сейчас. Завтра ты увидишь свою дочь. Окей. Ладно, Вики, пока. Как ты сюда вошел? Кто ты? Мама! Мама, кто это? Здравствуй, дочка. Что ты делаешь? Прическу испортил. Ты кто такой? Неужели так быстро забыла? Ты же была на свадьбе брата. Я Нараян, отец Рани. Таких, как вы, запомнить с ума можно сойти. Это еще что? Это деревенские гостинцы. Домашнее масло, рис нашего поля. Отнеси-ка это на кухню. У нас такого не едят. Забирай все обратно. Отец! Дочка, милая моя, как ты? Хорошо, отец. Как? Спасибо. Дочка, я привез вам деревенских гостинцев, но в этом богатом доме такого не едят. Может, хоть тебе сгодится, а? Твоя мать все время тебя вспоминает. Я хочу забрать тебя на пару дней. Садись, я принесу чаю. Нет, дочка, чай я на станции попил. Да и не гоже просить что-либо в доме замужней дочери. Иди, собирайся. Матушка, я съезжу домой на несколько дней. Да хоть насовсем уезжай. Кому ты тут нужна? Дочка, что я слышу? Как тут с тобой обращаются? Ты пришла в этот дом невесткой или служанкой? А ну, идем со мной. Нет, отец. В день моей свадьбы мама мне сказала, из дома, куда тебя внесут в свадебном паланкине, ты выйдешь лишь на погребальных носилках. Мой лучший друг меня обманул. Он выманил у меня самое дорогое. Где этот обманщик? Нет, отец, ничего ему не говори. Он очень хороший. Ты разругаешься и уедешь, а мне тут жить. Забудь все, что здесь слышал. Иначе ни ты, ни я не сможем жить дальше. Умоляю. Доченька, твоя мать очень плоха. Она просила тебя привести. Что я скажу ей, если вернусь один? Как я ей объясню, что ее дочь... Нет, отец, не говори ей, как я живу. Пусть выздоравливает. Я приеду, как только смогу. Свекр уехал. Когда вернется, я попрошу его отвезти меня к вам. Хорошо? Папа. Господи, что я наделал? Как я ошибся?
Я и подумать не мог, что моей дочери выпадет такое несчастье. Ну что делать? Что я скажу ее матери? Она же умрет от горя. Нет, я скажу ей, что наша дочь... счастлива, так счастлива, что я не захотел тревожить ее счастье. Она невестка в богатом доме. Ну, зачем же ее вести в нашу хижину? Харипур, Харипур, кому сходить? Мы в Харипуре, господин староста, мы в Харипуре. О чем вы задумались? О чем задумался? У тебя есть дочь? Есть, а что? Сколько ей? 8 лет. Когда она вырастет, ты так задумаешься, что и про себя забудешь. Попомни мое слово. Что случилось? По какому случаю собрание? А? Лакшми! Лакшми! Почему, Боже? Но почему она меня не дождалась? Почему ведь ты из дому шагу не ступала, не спросясь меня? А сегодня ушла так далеко. Всю дорогу я думал, как тебе солгать. Как мне тебе объяснить, что случилось с нашей дочкой? Откуда мне было знать, что ты меня не дождешься? Что покинешь нас с дочкой навек? Лакшми, ты ушла в объятия Господа. И теперь я могу сказать, зачем ты вымолила у Бога дочь, но не попросила для нее счастья? Наша дочь очень несчастна, она несчастна. Отец, выпейте лекарство. Прошу вас. Твоя свекровь вернулась из клуба? Нет. Аражеш. Он еще утром сказал, что вернется поздно. Я слишком хорошо знаю, дочка, куда может пойти в этом мире мужчина. И как его бедная жена сидит дома в ожидании. В нашем доме с тобой плохо обращаться. Но ты никогда не жалуешься. Боюсь, я ошибся, когда позвал тебя в свой дом. Девочка, девочка моя, прости меня. Прости. Что вы, отец? Я очень счастлива, ведь у меня появился второй отец. Дочка... Чтобы быть счастливой, женщине нужна не любовь свекра, а любовь мужа. А ты... Не надо, отец, не надо так говорить. Лучше отдыхайте. Прошу вас. Господи, помоги этой девочке. Ты видишь, как она страдает. Thank you.
Ты что так долго? Тебя никто не видел? Нет. Ты все взяла? Да, все украшения. Очень хорошо. Но куда мы поедем? В мире очень много красивых мест. Были бы деньги. Такси? На вокзал. Пинки, ты? В такой час? Куда это ты? Кто этот парень? А ты кто такой, чтобы меня допрашивать? Кто я? Удивительно. В такое время с посторонним мужчиной и еще... Вики! Ну-ка, стой, стой, говорю! Куда же ты, Вики? Я тебе покажу, как сманивать простодушных девушек, подлец! Ах ты! Дрянь паршивая! И тебе не стыдно? А ты, что ты скажешь родителям? Что? И что, и для этого мы тебя растили, холили, лелеяли, чтобы ты нас опозорила? Ну чем я вас опозорила? Замолчи, идиотка! Простите ее, отец. Не надо так ругаться. Уведите ее с глаз моих! Идем. Бесстыдница. Пинки, как ты могла? Разве ты не знаешь, что девушка — это честь семьи? Каково бы было бы твоим родителям, если бы с тобой что-нибудь случилось? А что может случиться? Я современная девушка, а не такая деревенщина, как ты. Я всегда поступаю так, как хочу. И не хватало еще, чтобы ты меня учила, Пинки. Замолчи, уходи отсюда. О, дорогой. Папа, почему ты не спишь? А вы бы хотели, чтобы я уснул и не проснулся? Да что случилось? Что толку вам объяснять? Вы же совсем ослепли и оглохли. Вы потеряли стыд, и я... Дорогой, не кричи так, пожалуйста. Я и так вся на нервах. Я проиграла 200 тысяч. Какой ужас. Ты сожалеешь о потерянных деньгах или о нашей потерянной чести? Пинки сегодня чуть не сбежала с каким-то проходимцем. Всего-то. А я уж подумала... Ну и что такого? Девочка влюбилась. Надо их поженить, и дело с концом. Господи, какие проблемы? Господи, была бы на твоем месте другая мать, она бы со стыда померла. А ты все на свете забыла, веру, дом, свои обязанности, даже то, что ты моя жена. Да, я твоя жена уже много лет. А что до наших детей, то я их мать, а не нянька. Если ты сейчас же не замолчишь, я выгоню тебя из этого дома. Только не забывай, дорогой, что у меня такие же права на этот дом, как и у тебя. Кроме того, я имею равную долю в твоем бизнесе. А если ты вздумаешь меня всего этого лишить, любой суд встанет на мою сторону. Вот так-то. Шила! Отец? Не смей поднимать руку на мать. Я ведь тоже могу это сделать. Отец! 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 Не волнуйтесь, отец. Все будет хорошо. Я вызову доктора. Нет. Не надо. Доктора. Позови адвоката. У меня мало времени. Я перепишу все на твое имя. Я исправлю свою ошибку. Не говорите так, отец. Мне ничего не надо, кроме вас. Лишь бы вы были живы. Господи, да что же это такое? Рани? Я еще не умерла. Чтобы ты занимала мое место. Шила! Дорогой! Дорогой! Отец! Убирайся отсюда! Нет, матушка, это мой дом. Не выгоняйте меня, пожалуйста. Ах ты, бесстыжая! Решила отнять у меня мужа?
Иди поищи другую дурочку. Не говорите так. Я всегда молилась на своего свекра. Замолчи, проклятая, и убирайся вон. Послушайте, я же ваша жена. Как вы можете меня прогнать? До сих пор я терпел тебя лишь ради отца. А теперь, когда его нет, что тебе здесь делать? Убирайся. Нет. Если не уйдешь по-хорошему, я вызову полицию и найду, за что тебя посадить в тюрьму. Уходи. Нет, не делайте этого. Если вы меня выгоните, как мне жить дальше? Убирайся! Хватит ломать комедию! Ладно, я уйду. Лишь бы вы были счастливы. Лишь бы вы были счастливы. Ты поступила плохо, выгнав Рани, мама. Это мой дом. Кого хочу, зову, кого хочу, выгоняю. Не указывай мне. Вот из-за этого и умер раньше времени отец. Если бы он был жив, никто бы не осмелился поднять руку на невестку. Невестка, невестка, невестка! Какая она невестка? Она заразная болезнь, которая чуть не сгубила моего сына. Но ничего, теперь мы от нее избавились. Я найду своему сыну такую жену, что все рты пооткрывают. Как легко ты говоришь об этом, мама. Ты ведь тоже женщина. А если бы отец привел в дом другую жену? Как бы себя чувствовала ты? Джоти! Что-то ты отрастила слишком длинный язык. Уходи. Я-то уйду. Но запомни, времена меняются. Как бы ни вышло так, что дом, о котором ты так печешься, стал тебе чужим, и тебе не пришлось бы покинуть его, как моей невестке. Наконец-то у тебя нашлось время для родного дома. Раньше его не было. А твоя мать, она... Мама? Куда же ты, глупая? Разве ты не знаешь? Твоя мать покинула нас навеки. Мама, нет! Мама! Ушла. Мама. Отец. Дочка. Папа. Дочка. Папа. Папочка. Ты приехала одна? Никто тебя не проводил? Нет, отец. Твоего друга, который сделал меня своей невесткой, больше нет. О, Боже! А его семья выгнала меня из дома. Нет. Нет, этого не может быть. Пока я жив, никто не выгонит мою дочь из ее дома. Эти люди не могут решать судьбу моей дочери. Они не имеют права. Я сам с ними поговорю. Нет, отец, я не позволю тебе позориться. У этих людей каменное сердце. Чтобы вернуть моей дочери ее дом, я постучусь в любые двери и буду просить так, что даже камни заплачут. Я не позволю так обращаться со своей дочерью. Не позволю. Не позволю. Здравствуй, невестка.
Сегодня ты пришел, склонив голову? Что делать, невестка? Та ноша, которую я когда-то сложил со своих плеч, снова легла на них. Невестка, что такого сделала моя Рани, что ты выгнала ее из дома? Мне так захотелось. Прошу тебя, возьми Рани назад. Можешь бить ее или морить голодом, только не лишай ее семьи. Она у меня единственная. И мы вырастили ее в любви. Но нельзя же держать в доме взрослую дочь. У тебя у самой дочери. Как ты не поймешь? Не смей сравнивать свою дочь с моими. И запомни, Рани не место в моем доме. Не говори так, невестка. Дай ей уголок в этом доме. Она вас не стеснит. Прошу тебя. Вот такими же сладкими речами ты заморочил голову своему другу и посадил нам на шею свою дочь. Но сейчас твоего друга уже нет. А мне твоя дочь не нужна. Я ясно выражаюсь? Так что уходи отсюда. По-добру, по-здорову. Отец! Отец! Неужели Господь услышал мои молитвы и привел тебя в мой дом? Входи же, дорогой, входи. Садись, сюда. Я знал, что ты вспомнишь о своем бедном сыне. Но что привело тебя ко мне, отец? Раз уж ты пришел ко мне, то скажи, что я могу для тебя сделать? Мне нужна твоя помощь, Хира. Моя помощь? Что ты говоришь, отец? Только скажи, я за тебя жизнь отдам. Почему ты молчишь, отец? Скажи же. Дома? Дома все в порядке? Что? Дома? Твоей матери больше нет, Хира. Нет. Этого не может быть. Она... Я столько раз мечтал, как я вернусь. Брошусь к ее ногам и попрошу прощения у нее. Я тоже не смог этого сделать. Но то, что случилось, случилось к лучшему. Будь она жива, она бы не вынесла позора дочери. Что случилось с Рани? Муж выгнал ее из дому. Что? Где она? Она в деревне у меня. Моего друга, который взял ее в свой дом, тоже больше нет на свете. И чтобы помочь ей, мне нужен ты, Хира. Видно, ее мужу неизвестно, что у Рани есть брат, который не позволит о ней издеваться. Что дом, из которого ее выгнали, больше не будет существовать. Не будет существовать. Никогда. Нет, сынок. Сынок, постой. Так нельзя. Нельзя устроить жизнь сестры или дочери. Насилием ничего не решишь. Можно только попробовать уговорить ее родных. Я ходил к ним, но меня не послушали. Может быть, они послушают тебя. Но запомни, сынок, нельзя помочь ей обрести семью силой. Не забывай этого. Хорошо, отец. Сынок, это известный бандит. Поговори с ним.
Да, я бандит. Но сегодня я пришел сюда как брат той несчастной, которую вы выгнали из дома. Значит, теперь папочка решил водворить свою дочку в этот дом с помощью бандита. Что ж, если ты приведешь сюда всю свою банду, твоя сестра жить все равно здесь не будет. Я бы мог и один вернуть ее. Но отец велел мне не требовать от вас, а просить вас. Так скажи своему отцу, чтобы он протянул руку и просил на улице. Вы так разговариваете, потому что мы отдали вам Рани без приданого, которого вы так жаждете. Ее вина только в том, что она не принесла с собой денег. Если вам нужны деньги, клянусь, я брошу к вашим ногам все богатство мира. Нам не нужна твоя сестра даже в придачу горе грязных денег. Это дом порядочных людей. И мы не водимся с бандитами. Убирайся отсюда. Бумаги о разводе вы получите по почте. Хира, как ты смел? Как ты устраиваешь счастье своей сестры, так? Убирайся отсюда! Убирайся, несчастный! Убирайся с глаз моих! Убирайся и больше не показывайся! Слышишь? Я не хочу тебя видеть! Я не велел ему поднимать на вас руку. Поверьте мне, невестка, в том, что он сделал, нет моей вины. Прости нас, невестка. Хватит, надоело. Один машет кулаками, другой падает в ноги. Будь проклят тот день, когда мы связались с такими подлецами, как вы. Но мы с этим покончим. Нет, невестка, не делайте этого. Не губите жизнь моей дочери. Ради Господа, не губите ее и меня. Разве мы сможем жить после этого? Скажи что-нибудь ты, сынок. Неужели тебе не жаль моей Рани? Боже, если ты так несправедлив к моей дочке, я лучше разобью себе голову и умру. Я умру! Умру! Что вы делаете, отец? Отец! Что случилось? Так ведь и впрямь можно себя убить! Отец! Эй, ты бессовестный! Как ты смел войти без разрешения? О, теперь уже и зятю надо спрашивать разрешение. Зятю? Да, отец. К несчастью, я зять этой семьи, а в этом доме не уважает ни зятьев, ни невесток. Но я-то уважаю Рани, и я готов ради нее на все. Пока я жив, ее не посмеют оскорблять. Не посмеют. Вот, возьмите, возьмите это. Сынок. Идемте со мной. Идемте. Хира. Братец. Братец. Рани. Не надо. Глупышка. Ну, почему ты ничего не рассказал? Как ты могла скрывать такое от брата? Я ведь еще жив. Расскажи, что случилось? Ничего, братец. Мой руки. Обед уже готов. Я пообедаю только тогда, когда верну тебя в дом мужа. Не обещаю того, что невозможно исполнить, брат. Разве может брат спокойно жить, когда не дают жить его сестре? Ответь мне, что случилось? Братец, я недостойна быть их невесткой. Я очень старалась, но я ничего не умею. Ничего не умею, братец. То, что умеешь ты, не умеет сотни тысяч других. В том доме тебя просто не уважали. Но я клянусь тебе, я сделаю тебя счастливой. Счастье замужней женщины в любви ее мужа. Если ее не любят, какое ж тут счастье? Что? Ты хочешь сказать? Говори, Рани. Почему ты молчишь? Отвечай же. Что случилось? Он любит другую. Кто она?
Танцовщица. Ее зовут Сона. Что я вижу? Сонока или Явь? Неужели исполнились мои мечты? Или ты просто заблудился? Неужели это ты? Или меня обманывают глаза? Твои глаза могут только сглазить чужое счастье. Что? Что ты говоришь? Из-за тебя Раджеш выгнал из дому мою сестру. Раджеш? Так он? Он мой зять. Муж моей несчастной сестры. Клянусь тебе, Хира, в моем сердце нет никого, кроме тебя. Раджеш приходит ко мне, но, как и многие другие, только послушать мое пение. Больше между нами ничего нет. Рани моя единственная сестра. Я не в силах видеть ее горе. Если ты запретишь Раджешу сюда ходить, я тебе хорошо заплачу. Ты все еще считаешь меня алчной танцовщицей? Да стоит Соне захотеть и моргнуть глазом. Деньги дождем посыплются к ее ногам. Но Соне нужны лишь твоя любовь и твоя рука. Послушай, Сона, если жизнь моей сестры наладится, я дам тебе свою руку. Обещаю тебе, что с сегодняшнего дня Раджеш не то что к этому дому, к нашей улице близко не подойдет. Клянусь. Ты? Сиди, сиди. Что случилось? Я пришел сказать, что отвез твоего отца в деревню, друг. Моего отца? Откуда ты его знаешь? Дорогой друг, я только сегодня узнал, что мы еще и близкие родственники. Ты брат невестки моей жены. Значит, Раджеш... Да, этот идиот мой шурин. Я так тебя понимаю, друг. Они совершили большой грех, выгнав Рани из дому. Он сделал это из-за танцовщицы по имени Сона. Я только что виделся с ней. И она обещала, что не пустит больше Раджеша на порог своего дома. Этим проблемы не решит, друг. Не пустит Сона, он найдет другую. Не Сона, так какая-нибудь Чанди. Нам надо что-то придумать, чтобы вернуть его жене. Я придумаю, не беспокойся. Придется взяться за главу всей этой шайки мою тещу. Если она не наставит Раджеша на путь истины, то кто же еще наставит? Раджеш Бабу, сегодня вы рано. Да вот шел мимо, да, и думаю, зайду, проведаю сон. Она у себя, она неважно себя чувствует. А что с ней? Сона? Тетя сказала, что ты себя неважно чувствуешь. Думаю, вот так жизнь и пройдет. Что случилось? По правде говоря, надоела мне такая жизнь. Сона, вот что я скажу. Что? Бросай-ка ты этот дом и идем со мной. Куда? В мой дом. А ваша жена? Да, она мне не жена. И вообще, она уехала. Но по закону она все еще ваша жена. Скажи мне только да. И я сегодня же с ней разведусь. А ваши родные?
Они примут мой выбор. Ты им понравишься. Идем, я познакомлю тебя с мамой. Идем? Хорошо. Тогда собирайся. А я пока позвоню адвокату. Отлично сыграно. Мама? Сона? Это моя мама. Здравствуйте. А это моя младшая сестра Пинки. Здравствуй. Здравствуйте. Кажется, мы не знакомы. Кто вы? Кто я? Пусть вам скажет об этом ваш брат. Мне-то он об этом целыми днями твердит. Это твоя будущая невестка? Вы ведь такую хотели. Очень хорошо, что ты привел ее, сынок. Сегодня у нас вечеринка, придет много знакомых. Пусть все видят, какая у меня будет невестка. Кто бы это? Да? А, господин... Господин адвокат, да-да, да, большое спасибо. Да, еду. Большое спасибо. Мама, какой сегодня удачный день. Все идет как по маслу. Звонил адвокат. Бумаги на развод готовы. Поздравляю. Спасибо. Мама, я съезжу за бумагами. Конечно, сынок. Итак, это мой дом, где мне предстоит жить после свадьбы. Да, это наш дом. И мы все будем в нем жить. Привет, Шила. Здравствуйте. Это ваша новая соседка? Это наша будущая невестка. Ах, невестка, новая невестка. Приходи скорее в этот дом, мы славно повеселимся. Раня-то с нами рядом и сесть была недостойна. Она нам только чай подавала. Для такого дома, как наша, невестка нужна из хорошего дома. Сона, дочка, а чем занимается твой отец? Кто он? Мой отец не из этих новых богачей. И занимаемся мы тем же, чем и всегда. Кажется, их семье не приходится работать. В этот раз Шила нашла себе подходящую невестку. Что? Вы меня оскорбляете. Как можно сравнивать меня с ними? Эти деревенщины притащились в город, черт знает какими аферами, заработали немного денег. Но разве деньги определяют благородство? Сона, мне не нравятся слишком разговорчивые невестки. Да, наша Рани подумать о таком не могла. Я не такая простушка, как Рани, что слова не могла вымолвить. Я умею дать достойный ответ. Кстати, дорогая свекровь, пожилых женщин не красят девичьи наряды. В вашем возрасте следует одеваться более скромно. Да как ты смеешь являться в мой дом и меня же оскорблять? Посмотрю, как ты сумеешь удержаться в этом доме. Я-то здесь останусь. А если кто-то отсюда и уйдет, так это вы. Я не люблю тянуть кота за хвост. Не будь я Сона, если вы сегодня же не уберетесь из этого дома. Бессовестная, я немедленно звоню сыну. Если он сейчас же тебя не выгонит, то и я не Шила. Oh,
И вот что. Когда ваш сын вернется, передайте ему, что если он хочет, чтобы я жила в этом доме, то пусть сначала выставит вас. Прости, Шила, но лучше бы такой невестки у тебя не было. Передайте ему, что если он хочет, чтобы я жила в этом доме, пусть сначала выставит вас. Говорят, что долг женщины обустраивать свой дом. Но ты пока более преуспела в его разрушении. Времена меняются. Как бы ни оказалось, что дом, о котором ты так печешься, стал тебе чужим, и тебе пришлось оставить его так же, как бедный... Ранее. Нет, матушка, это мой дом. Не выгоняйте меня, пожалуйста. Ах, ты бессовестная. Я еще не умерла, ты решила отнять у меня мужа? Не говорите так. Я всегда молилась за своего свекра. Убирайся отсюда. Ищи других дураков. О, Боже. Что же я наделала? Матушка? Что случилось? Дипок, спаси наш дом от гибели. Эта змея не даст нам в нем жить. Змея? О ком вы говорите? О той, на которой хочет жениться Раджеш. Это не женщина, а просто огонь. И этот огонь сожжет мой дом дотла. Мама, сколько раз я тебе говорила, не обижай свою невестку. Позови ее обратно. А ты... Наверное, Господь лишил меня разума, раз я выгнал такую девушку. Господь никогда мне этого не простит. Что толку теперь плакать, матушка? Невестка уже ушла. Ну и что? Не умерла же она. Я попрошу у нее прощения. Я брошусь ей в ноги, но верну ее сюда. Отвези меня к ней сейчас же. Поторопись. Пока здесь не стала хозяйкой, это ведьма. Надо вернуть Рани. Пинки, иди скорее. Мы едем за нашей невесткой. Я сейчас. Невестка? Матушка, вы? Не только матушка, мы все приехали, невестка. Да, дочка, мы все приехали за тобой. Как я была неправа, когда выгнала богиню счастья из своего дома, когда обидела такую девушку. Пока Бог меня не наказал, я хочу просить у тебя прощения. Какое счастье, что такие большие люди вспомнили вдруг о нас, малых мира сего. Хватит, братец. Я и так уже наказана за свою гордыню. Мои дети покинули меня. И ваш друг ушел от меня навсегда. Мой дом опустел. Не отказывайте своей невестке, умоляю. Дайте ей то, о чем она молит. О чем вы говорите, сестрица? Она залог нашей дружбы. И вы можете забрать ее, когда хотите. Иди, собирайся, дочка. Если мы доедем вовремя, то во тьме нашего дома зажжется светильник радости. О чем ты думаешь, невестка? Твой брат не приехал? Но я же пришла за тобой. Раджеш никогда не пойдет против меня. И все же, матушка, тот, с кем я должна прожить всю жизнь, если я ему не нужна, что мне делать в вашем доме?
Раньше я тоже думала, что ты мне не нужна. Но так же, как я прозрела сегодня, однажды прозреет и Раджеш. И он назовет тебя своей навеки. Тогда, когда я стану ему нужна, и он приедет за мной, тогда я с радостью вернусь в ваш дом. А до этого... Простите, матушка. Я и представить не мог, что Сона может сыграть со мной такую штуку. Если она не хотела идти в мой дом, зачем же нужно было меня оскорблять? Танцовщица всегда останется танцовщицей. Да, мы танцовщицы. Мы пляшем, поем, развлекаем людей и берем за это деньги. А вот вы кто? Днем вы ведете разговоры о благородстве, а по вечерам, крадучись, пробираетесь в дом тем же танцовщицам. Я не такой человек. Я открыто, при всех, привел ее в свой дом. Я хотел оказать ей уважение, сделать невесткой богатой семьи. Я забыл, что из грязной канавы не почерпнешь чистой воды. Вот о чем я забыл, дурак. Хватит. Прежде чем о вашем благородстве узнает вся улица, уходите из этого дома. Раджеш! Ты? Что ты здесь делаешь? Жду тебя. Зачем? Твоя мать приезжала заранее в деревню, но Рани сказала, что не поедет до тех пор, пока за ней не приедешь ты. Вот я и пришел за тобой. Ты и эта проклятая танцовщица своим спектаклем совсем задурили голову моей матери. Но я-то кое-что соображаю. Ты решил помочь вернуться своей сестре с помощью танцовщицы. Этой грязной шлюхи. Раджеш, не смей кричать! Ты что, думал, что своими ловками заставишь меня вернуть твою сестру? Нет, Раджеш. Я виноват перед тобой. Но не наказывай за меня мою сестру. Если ты не позовешь ее, она умрет от горя. Меня это не волнует. Она твоя жена. Вы с ней совершили свадебный обряд. Этот обряд был совершен под давлением отца. Она мне не нужна. Завтра она получит свидетельство о разводе. Покажев ее брат, она не получит развода. Не получит. Если бы я захотел, я бы мог дать тебе ответ. Но я не желаю больше тратить слова на какого-то уличного хулигана. Убирайся отсюда! Вон! Я не уйду отсюда без тебя. Видно, таким, как ты, понятен только язык полицейских дубинок. А такие, как ты, понимают лишь это благородное оружие. Ты поедешь со мной! Господин староста, господин староста! Что случилось, Раму? Ваш сын силой везет сюда вашего зятя. У него в руках пистолет. Кажется, он хочет его убить. Где он? Раджеш, посмотри туда. Это наша деревня. Ты мой зять, а значит, зять нашей деревни и ее честь. Я не хочу тащить тебя в деревню под дулом пистолета и позорить свою семью. Лучше будет, если ты пойдешь сам. Позови Рани. И ты спасешь обе наши семьи. Из чего ты сделан, Раджеш? Сколько раз я пытался объяснить тебе твой долг, но до тебя ничего не доходит. Ты погубил нашу семью. Мы теперь глаз не можем на улице показать. Так что слушай меня. Окончательно убить Рани я не позволю. Если ты не позовешь ее, у меня останется только один выход. Я застрелю тебя, а потом и себя. Соглашайся! Братец, ты посмел поднять руку на моего мужа? Ты хотел его убить? Кто дал тебе это право? Кто?
Кто? Кто? Кто? Той рукой, которая меня когда-то благословляла, ею ты хотел сделать меня вдовой? Запомни, ты убьешь его, лишь переступив через мой труп. Если так жаждешь крови, убей лучше меня. Это я во всем виновата. Я приношу всем лишь несчастье. Я виновата во всем. Я не хочу больше жить. Не хочу жить. Я виновата перед вами. Где ваша богатая семья и где я, бедная деревенская девушка, которая не смеет даже глаз поднять на своего мужа? Может, поэтому вы не захотели сами взглянуть в мои глаза? Вы хотите от меня освободиться? Я дам вам эту свободу, но не так, как хотите вы. Я не подпишу бумаги о разводе. Меня воспитали в старых традициях, которые говорят, муж и жена должны идти вместе, пока их не разлучит смерть. Но я освобожу вас от этих уз. Что ты делаешь? Говоришь, что мы должны идти вместе до последнего часа, а сама хочешь сбежать? Ты права. Сегодня я впервые взглянул в твои глаза. Ты очень красива. Но краше лица твоего твоя душа. И как я несчастен, если, бросив такую жену, я ушел искать кого-то еще. Да, Рани, я виноват перед тобой. Я причинил тебе много горя. Я не достоин тебя. Но если можешь, прости меня. Да, невестка. Надень на него такие оковы, чтобы он не мог от тебя убежать. Матушка. Раджеш, нам понадобилось слишком много времени, чтобы оценить тот бриллиант, что нашел твой отец. Лучше поздно, чем никогда. Господь не оставил вас в неведении, невестка. Будь счастлив, сынок. Будь счастлив. Господь услышал мои молитвы. Братец, прости меня. Я подняла на тебя руку. На самого лучшего в мире брата. Чтобы она отсохла. Нет, Рани, не плачь. Ты не виновата. За тебя я могу жизнь отдать. Братец. Рани, теперь все устроилось. Ты счастлива. А что может быть важнее этого для меня? Вы двое. Будьте всегда счастливы. Хира, пусть ослепнут твои глаза, что приняли за простой камень моего драгоценного сына. Пусть отсохнет моя рука, указавшая ему на дверь. Отец. Да, сынок, отец. Прости своего старого отца. И украсть с собой последние дни его жизни. Отец, тогда душа твоей покойной матери благословит тебя, сынок. А как же насчет еще одного благословения? О ком ты говоришь? О будущей жене брата невестки моей жены. И вашей будущей невестки, и ее тоже. Невестки? Кто она?
На русский язык фильм озвучен студией «Формат АВ».